В здоровом теле здоровый дух. Вот так точно можно сказать про следующего участника нашего проекта. Всю жизнь он учил детей в школе бегать стометровку, правильно подтягиваться. С возрастом про спорт не забыл. Занимается атлетической гимнастикой и держит себя в хорошей физической форме. А вот в какой форме находится его голос, мы узнаем прямо сейчас. Сергей Арсеньевич Филиппов. Зовут меня Сергей Арсеньевич Филиппов. Мне 62 года. А мимо гуси лебеди любовь мою несут. Я из города Миоры на Витебщине. 40 лет как проработал учителем физической культуры в городской школе. Ну вот в последнее время стараюсь поддержать форму свою. Ну, независимо от того, что уже 60+, но все равно надо работать над собою. Как говорится, у нас на Беларуси для поддержки штанов. Уже в школе начал пробовать себя в составе вокально-инструментального ансамбля. Нас приглашали на концерты и в другие области, и за пределы Беларуси. Ну, если честно сказать, последние 5-6 лет я как-то немножко отошел от сцены. Ну, много было причин всяких. Плюс ко всему, у меня уже родители старички, поэтому и пришлось уволиться с работы, оформиться по уходу за родителями. И вот где-то последние год-два я уже вот плотненько занимаюсь именно ими. Волнительно, конечно. И теряю немножко квалификацию, а тут сразу же так выход на такую серьезную сцену. Может быть, второе дыхание откроется? Может быть. Сергей Филиппов. Очарована, околдована сетром поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты, моя женщина. Изумительной красоты романс, какой звучит. А ведь это преподаватель физической культуры в школе. Словно с темного неба сошедшая, ты песнь моя обручальная, и звезда ты моя сумасшедшая. Над твоими коленями обниму их снистовой силою и слезами, стихотворениями обожгу ее добрую милую. Будется, позабудется, что не вспомнится, то не исполнится. А чего же ты плачешь, красавица? Или это мне просто все чудится? Очарована, околдована, с ветром поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, драгоценная ты.
моя женщина. Сергей Арсеньевич, должна вам признаться, я столько раз слышала эту песню, но то, что вы рассказали нам только что на сцене, это ваша история. Очень личная, очень красивая и очень доверительная. Мне было вдвойне приятно исполнять песню, когда в жюри такие прекрасные женщины, девушки. Это было так трогательно, так трепетно, негромко, по-своему, но так по-настоящему. Это просто достойно бурных оваций, потому что так точно петь, так интонировать, так передавать чувства свои. Для меня вы настоящий мастер, красивый, импозантный мужчина. Спасибо, что вы сегодня с нами. Виктория, достучался ли Сергей Арсеньевич до твоего сердца? Я просто сражена брутальной хрипотцой вашего голоса. Когда вы поете нам, и я видела, что вы пели и мне, и, конечно же, каждой девушке-красавице, сидящей в этом зале. И я уверена, что каждая на свой счет приняла вот эти слова этой невероятно красивой песни. Невозможно поверить, что у вас нет музыкального образования. Такое впечатление, что вы на сцене уже очень давно и просто покоряете женские сердца без устали. Поэтому, конечно, да, браво. Спасибо. Правда, вот я увидела любовь в каждой ноте, в каждом слове, в каждом звуке. Потрясающе. Спасибо. До женской половины нашего жюри вы достучались. Послушаем, что скажет мужская половина. Сергей прожил песню, рассказал искренне, честно, настолько проникновенно, трогательно, мягко, красиво. Я вам поверил. То, о чем вы рассказали. Спасибо большое. Владимир Березин. Полностью согласен с выступившим ранее коллегами. Но к этому хотел бы добавить одну деталь. Вот мы узнали, что нет музыкального образования. И это дает мне право сказать, а может хорошо, что этого музыкального образования у вас лично и нет. Почему? Потому что если бы было музыкальное образование, вы, наверное, стремились бы петь по нотам. А так вы пели душой. Это не проще, а сложнее. Вот так звучит душа старшего поколения. Вот так звучит жизненный опыт старшего поколения в такой великолепной физической форме. Сергей Арсеньевич, спасибо вам большое еще раз. Сергей Арсеньевич Филиппов. Поздравляем вас с достойным выступлением. Все позади, можно уже выдохнуть. Богатый семейный стаж. Столько лет вместе. В чем секрет семейного счастья, по вашему мнению? Ну, мы с женой уже больше 40 лет вместе. Но, секрет, наверное, в наших детях. Спасибо большое. Успехов. Спасибо. И за отличное выступление. Спасибо. Все. Йорам, привет.